Но у нас и своих красавиц хватает, и тренировок они не боятся. Сегодня вот за этим самым столом. Как и обещали, участниц конкурса «Мисс Екатеринбург», которые отличились на неделе в борьбе за победу в номинации «Мисс Репортер», мы пригласили в нашу студию. Гостей принимала Маргарита Гордеева. Девчата, привет! Меня зовут Маргарита Гордеева, я шеф-редактор новостей 41-го канала и ведущая новостей. И сегодня мы с вами узнаем, как работают новости, попробуем себя в роли ведущей новостей. Работа эта интересная, но нелегкая. И вот смотрите, сейчас наш корреспондент Мария Новикова, прямо находясь за рабочим столом, отсматривает исходный материал. Вот снято, допустим, у нее час, а в эфир она покажет 2 минуты. Узнала она историю, которая длилась 10 лет, а рассказать ей нужно за 2 минуты. Репортер – это действительно очень сложная, но очень интересная профессия. Тут самое главное, пожалуй, любопытство. И не стесняться задавать вопросы, не стесняться общаться с людьми, не стесняться задавать вопросы и пытаться понять проблемы. Итак, мы заходим в «Стая святых». Это эфирная аппаратная. Именно отсюда выдают новости. То, что мы видим вечером в эфире – это суфлер. Именно Стас рассчитывает, с какой скоростью вы читаете, где нужно побыстрее, где нужно помедленнее. Он очень помогает во время эфира. Это тут, на самом деле, любимое место, место ведущей новостей. Сюда всегда приходишь с волнением, и это волнение очень важно сохранить. Не надо читать текст. Текст бесполезно читать, никто не поймет. Можно газету прочитать. Нужно рассказать эту новость. И это главный секрет ведущего. Ну что, девчат, я уступаю место ведущего вам. Попробуйте свои силы. Надеюсь, все получится у вас. Но я буду рядом, если что, помогу. Время новостей в уральской столице. В эфире новости 41-го канала. Меня зовут Дарья Погодаева. Здравствуйте. Не ау, а алло. Заплутавший грибников язык довел до города. Небывалый случай. Спасатель из Первоуральска в одиночку смог вывести из леса уже 6 человек, при этом находясь на другом конце провода. Того, кто всегда на связи, услышали и наши корреспонденты. В эфире новости 41-го канала. Меня зовут Дарья Янькова. Здравствуйте. Анальгин плюс глюкоза равно демографический рекорд. У пары кайманов на крокодиловой ферме ожидается пополнение. Самка отложила аж 23 яйца. Для аллигаторов, живущих в неволе, это редкость. В эфире новости 41-го канала. Меня зовут Кристина Жуковец. Здравствуйте. Всю неделю уральскую столицу бомбили краской из баллончика. В атаку пошли уличные художники со всей России, участники фестиваля «Стенография». Несколько дней подряд они вгоняли в краску бетонные холсты Екатеринбурга. И сегодня подводят итоги о том, что на заборе написано. Наш репортаж. Медленно. Анальгин плюс глюкоза равно демографический рекорд. У пары кайманов на крокодильской ферме ожидается пополнение. Самка отложила аж 25 яиц. Для аллигаторов, живущих в неволе, это редкость. Почему? Смотрите в нашем сюжете. Это были новости дня. Хорошего вечера. В общем, волнение на самом деле нужно преодолеть, это правда. Но я считаю, что ваши пробы прошли удачно. Вы не только настоящая красавица, но и умница. Я вас поздравляю, вы большие молодцы, правда. Поздравляю. Спасибо вам.